Здравствуйте! Седьмой день поста. Как вы себя чувствуете? Сегодня мы будем благодарить наши семьи. Я хотел бы вам прочитать из первого послания Фессалоникийцам, 5 главе, 18 стихе. Написано: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Я хотел бы попросить вас сегодня найти в вашем плотном графике возможность поблагодарить вашу семью. Так получается, что наши жены, наши мужья, наши дети делают нам так много блага, и мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Я прошу вас, удивите их, напишите им смс-ку, скажите: «Я благодарен тебе». Или, может быть, напишите им открыточку, а лучше сделайте подарок. Знаете, интересно, что мы учим наших детей благодарности, и я считаю, что это самый важный урок, который мы должны преподать нашим детям. Но мы сами иногда не следуем этому примеру. Я хотел бы сказать: поблагодарите, поблагодарите свою семью. Они живут рядом с вами, они ваша жизнь. Я знаю, что в некоторых семьях не очень хорошие отношения, а может быть, в некоторых и вообще конфликт. И вы можете сказать мне: за что мне их благодарить? Но я хотел бы сказать: попробуйте, вспомните хоть что-то, что было сделано ими хорошо. А может быть, они не сделали плохо. Напишите им, скажите: «Я благодарен тебе за это». И я уверен, что это поможет вам сблизиться. Проявите характер Христов, потому что Иисус был благодарен, благодарен за все. И Писание говорит нам, что мы должны быть благодарными. И я хотел бы закончить сегодняшнее слово молитвой. Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, прости меня за то, что я был неблагодарен. Неблагодарен за те простые вещи, которые делали мои близкие, и я прошу Тебя, помоги мне сегодня вспомнить, напомни мне то, о чем я не благодарил своих детей, свою жену, свою маму, своего брата. И я прошу Тебя, помоги мне вспомнить это, и дай мне правильные слова, которые бы я мог написать им и сказать. И пусть эти слова коснутся их сердца, и они ощутят мою искренность и мою благодарность им за все, что они делают в моей жизни. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.